До свидания. «Овраг» по мотивам одноименной повести Константина Сергиенко. Жанр – драма. На сцене детский театральный коллектив Народного театра имени Симона Сарглара села Боротайга Сюдхольского района. Детский театральный коллектив на базе Народного театра имени Семена Сарглара сформировался всего год назад, но ребята уже стали участниками и призерами разных конкурсов. В прошлом году наш коллектив участвовал среди школьных театров в театральном конкурсе и занял третье место. И съездили, отдохнули в лагерь «Артек». И в этом году поставили вот этот второй спектакль. А в прошлом году дети играли апрель 45-го. Спектакль военный. Трогательная, правдивая и грустная история из жизни бездомных собак. Голодные, брошенные людьми, они мечтают о лучшей жизни. В этих несчастных животных на самом деле много человеческого. В детском театральном коллективе села Боротайга занимаются 16 ребят. Одну из ролей спектакля играет Аника Ондар. Там я играю роль собачки по имени Крошка. Она довольно-таки маленькая, озорная, смешная собачка. Почему именно мне достался этот роль? Я думаю, это потому что в реальной жизни я такая же, как и эта собачка. Потому что мы с чем-то связаны с этой собачкой. Вот поэтому я так думаю. Репетиция у нас была довольно долгой. Где-то полмесяца. Нет, 2,5 месяца. Наш учитель тоже все очень хорошо подсказывал, там, учил нас, какие движения делал, давал возможности нам проникнуть в своего героя, почувствовать его. В республиканском фестивале-конкурсе социальных театров «Волшебный взгляд» участвуют 9 детских и 10 взрослых коллективов из самых разных районов. Драматические коллективы, функционирующие на базе культурно-досуговых учреждений, а также при школьных театрах, да, образовательных учреждений, и также принимают участие муниципальные наши театры. Как организаторы хотим вот именно социальными театрами, вот этим конкурсом показать, что можно внедрить практику именно социальные театры. Это получается привлечение в драматические кружки, а также театры детей социальной категории. Привлечены более 200 участников, и при подсчете уже из них 78 именно дети социальной категории. Тема свободная, но главное, чтобы участники были социальной категории. Ну и, конечно, всегда приветствуется поднятие темы, социальные темы, если есть. Мы, как уже видим, что в детских театральных коллективах уже поднимаются взрослые такие вопросы, и социальные вопросы поднимаются. А также, конечно, тема добра и зла никто не отменял. Фестиваль-конкурс социальных театров продлится до 6 декабря. Завтра, 5 декабря, на сцене Дома народного творчества свои спектакли отыграют уже взрослые коллективы. Айра Сабыя Мангуш и Азамат Очур, телеканал Тува 24.